Врачи оценивают новую партию универсальных аппаратов ИВЛ. С их помощью можно будет поддерживать пациентов во время пандемии коронавируса. По словам медиков, российские препараты легки в использовании, не уступают зарубежным аналогам и позволяют подключать кислород пациенту как инвазивно, то есть с помощью специальной трубочки, так и неинвазивно, когда к носу прикладывается кислородная маска. Данное оборудование является отечественным, оно уже, мы его использовали, оно уже опробировано. Зарекомендовала себя достаточно неплохо. В нынешней ситуации данное оборудование необходимо, так как категория пациентов, с которыми мы на сегодняшний день столкнулись с пандемией новой коронавирусной инфекции, они нуждаются, и лечение их в состояниях улучшается. Отделение реанимации инфекционного госпиталя рассчитано на 15 человек. Сейчас там находится на лечении 12. Аппаратов ИВЛ хватает всем. Но был период, рассказывают врачи, когда приходилось одалживать технику у других больниц. Мы очень рады, что у нас такое создается запас прочности большой. Вот, и мы сможем, в общем-то, всем пациентам, нуждающимся в оказании квалифицированной помощи, ее оказывать. Из 140 поступивших в регион, 60 аппаратов пополнили техническую базу отделения реанимации больницы Середавина. Остальные отправятся в 4-ю и 6-ю больницы Самары, а также в 5-ю Тольяттинскую горбольницу. Аппараты ИВЛ уже собраны, они прошли тестирование и диагностику. Техника пригодится и после окончания пандемии. Она необходима больным после операции, пациентам, у которых имеется бронхиальная астма или дыхательная недостаточность. Виктория Шаре, События.